Давайте. Да? Слушай, Свет, я посижу еще. Иван, сиди, конечно. Но через час мы уезжаем. Ладно, вместе поедем. Да. Доброй ночи, Иван. Вас беспокоит подполковник Сердюков, отдел современных технологий ФСБ России. А что, у вас есть такой отдел? У нас много чего есть. Скажите, Иван, а вам сейчас ничего не приходило? Только не обманывайте меня, пожалуйста. Лучше скажите правду. Если вы тут ни при чем, то все в порядке. Случайности со всеми бывают. Ну да, приходило. И что же? Что там все было закодено, ну, то есть, в смысле, закодировано. Я ничего не понял и стер этот файл. А вы кому-нибудь его пересылали? Иван? Да. Другу, но он тоже его стер. А он его открывал? Слушайте, я не знаю, я здесь совершенно ни при чем. Я просто сижу в кафе, мне приходит какой-то странный файл. Я, конечно, очень удивлен, но... Не нервничайте так, Иван. Насколько мне известно, вы находитесь сейчас на Вавилова, 13 в кафе. Ну да. Вот и сидите там. Я за вами уже отправил машину. Они быстро приедут. Вы приедете в мой кабинет. Мы с вами просто поговорим. Только прошу вас, не делайте лишних движений. Если вы и ваш друг тут действительно ни при чем, то все будет в порядке. До скорой встречи. Света! Свет! Свет!